Итак, друзья, очередная посылка. Это посылка, подарок от одного из самых первых моих подписчиков. Вот, он просил не называть его данные. Ну, скажем так, регулярно просматривает мои видео. Мы общаемся. Вот посмотрим, что он решил мне подарить, мою коллекцию. Вот такой сверток, довольно увесистый. Сейчас мы его развернем, посмотрим, что там в нем находится. Завернут в страничку от журнала, похоже. Итак, вот в обертке из кулинарного журнала мы имеем сверток монет. Это 10-рублевые биметаллические монеты. Сейчас мы их развернем и посмотрим, какие именно. Итак, первая монета — это 10 рублей Великие Луки из серии Города России. Дальше, следующая монета — это Дорогобуж. Следующая — это у нас город Касимов. Следующая — это у нас Белгород. Так, фокусировочка. Калуга. Так, Каргополь. Зубцов. Так, Гороховец и дальше пошли республики. Кабардино-Балкарская республика, дальше Еврейская автономная республика. Что, как фокусировка? Республика Дагестан. Дальше Тамбовская область. Следующая — Кировская область. Дальше республика Алания. Ульяновская область. Курганская область. И последняя монета — Республика Коми. Огромная благодарность за такой большой подарок. Конечно же, будем поддерживать связь. В долгу не останемся. Вот, и огромное спасибо за доставленное удовольствие.
Всем спасибо за просмотр и до новых видео.